Мы уже третий месяц так живем. Мы, я говорю, ну трубы валяются. Вот видите, что творится? Что это такое? Это жизнь называется. А они поумотали, на шиншилы, на маншилы на свои поумотали. Обворовали нас. Ни пенсии, ни денег, ничего нет, ничего. Спасибо, вон ребята нас выручают. Вот приехали, ДНРовцы приехали. Морпехота вот эта российская. А чеченцы это вообще золотые люди. Золотые люди. И вот они нам стали помогать и стали давать нам и вода, ну, там, по мере возможности, вот с Новоазовска привозят нам. Пайками вот делятся нам. Вот, вот как мы выжили. Я не знаю, как будет, что дальше. Но это страшно, это страшно. Это Армагеддон у нас. Армагеддон, врагу не пожелаем этого. Передайте всему миру, что издеваются. Покажите наши дома. Это не правительство. Еще он слуга народа. Чем ты служишь? Чем ты служишь народу? Чем? Разговорами. Сволочь, ля-ля-ля, воровал и уехал. Бросил нас на произвол судьбы. Да не нужен нам такой президент. И не нужны нам ни депутаты такие. Ни... Я не знаю, ну как можно дружить с Англией, с Францией? Зачем вы столько оружия сюда поставили? Специально, чтобы нас убивать. Это что такое? Фашисты хуже фашистов. Хуже фашистов. Я бы сама разорвала бы на части. И вот засели в заводе и сидят, и не вылазят. А людей в заложниках держат там в подвале, в этом заводе. Ну вот этот Азов, вот они тут были, эти вот фашистюги. Они же когда приехали в 14-м году, они сколько ребята горло перерезали. Вот подходил парень и говорил, что тебе здесь надо? Ну у нас же мирно, дружно все. Раз, и все. Без суда и следствия. Как, на улице просто? На улице. Да, на улице. Я не знаю, как там, но я за Левый берег говорю. Человек 5 это точно было. Это то. А девок как насиловали. Хуй. Они считали себя тут королями. Королями считали себя. Три школы забрали. Там двор так и три школы. Вот 61-я, 62-я. Я в 62-й школе училась. У нас было 50 лет, ну, как бы встреча была. Они обнесли это все забором таким, с это, ну, железным таким забором. И мы подошли просто как бы, ну, школа наша к классу. А он вышел и говорит, а ну-ка пошли вон отсюда. Как отсюда? Нам 50 лет, ну сколько нас тут осталось? Тут камеры, здесь это какая-то зона, как-то он сказал. В общем, короче, иначе стрелять будем. Нормально? Это нормально? 2 года назад было такое. Еще никто, мирно мы жили, все. Я говорю, как тебе не стыдно? Ты пришел сюда, это моя школа, мой класс был, а вы взяли уже и окна это кирпичами позалаживали. Ну, на свой лад все поделали. А взяли парни, распяли на кресте и подожгли. Ничего?